Безопасный маршрут до школы и обратно. В крае начали массовую проверку пешеходных переходов, которые расположены на региональных трассах рядом с образовательными учреждениями. Например, этот переход в поселке Зудилово уже давно требовал ремонта. Но с этого учебного года дети могут спокойно переходить дорогу. Здесь живу уже 12 лет. Когда я приехала, конечно, было бардака много. В смысле, по дороге. А сейчас, конечно, это федеральная трасса, здесь хорошо ухаживают. Вот нанесли детям перед 1 сентября знаки, значит, все это прекрасный переход здесь сделали, потому что мой правнук живет со мной рядом и ходит по пешеходу. Все прекрасно. Рядом со школой обязательно должны присутствовать дорожные знаки, светофоры, искусственные неровности, разметка и ограждения. С 15 года им просто после изменения стандартов по оборудованию этих пешеходных переходов госуправление уделяет большое внимание. На сегодняшний день 203 пешеходных перехода полностью оборудованы в соответствии со стандартом. Еще 5 пешеходных переходов у нас как бы в работе на данный момент. На замену школьных маршрутов было выделено более 100 миллионов рублей. К новому учебному году «Алтай-Автодор» заменил 22 пешеходных перехода рядом с региональными трассами. Добавим, что также в этом году отремонтируют 197 километров дорог, по которым проходят школьные маршруты. Маргарита Гартунг, Дмитрий Денисов. День с толком.